Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и мы продолжаем плейлист «Польский язык до автоматизма», урок 68, и продолжаем изучение глаголов. Глагол «подумать», «помышлять». Такой пример. Я подумал об этом. Помышляем. Если от женского лица говорим помышлявам, отым. Я подумаю о себе. Помышля о собе. Я подумаю о чем-то хорошем. Помышля о чем-то добрым. Пусть он подумает о себе. Нех он помышли о собе. Я подумаю над этим. Помышля над тем. Хорошо, я подумаю. Добже. Я помышля. Я не хочу думать об этом. Не хочу мышлять о том. Я подумал, что можно сделать по-другому. Помышляем, что можем зробить иначе. Я подумал о том, что ты мне сказал. Помышляем. Над тем, что повідялось. Помышлять, помышлявам о тем, помышлявам о тем, мышля о собе, помышля о чем-то добрым. Нех он помышли о собе, помышля над тем. Добже, я помышля. Не хочу мышлять о тем. Помышлявам, что могу сделать иначе. Помышлявам над тем, что повідялось. Глагол оставить. Зоставить. Оставь это. Зостав то. Я оставил телефон дома. Зоставивем телефон в дому. Я оставлю это здесь. Зоставим то тутой. Я оставляю это на столе. Зоставим то на столе. Я оставлю в холодильнике. Зоставим в лёдовце.
Я оставил кусок торта для тебя. Zostawiłem kawałek ciasta dla ciebie. Я оставлю кусок для тебя. Zostawię kawałek dla ciebie. Я ничего не оставил тебе. Ніц не zostawiłem для тебе. Я не буду оставлять еду на завтра. Не będę zostawiać jedzenie na jutro. Читаем. Zostawić. Zostaw to. Zostawiłam telefon w domu. Zostawię to tutaj. Zostawiam to na stole. Zostawię w lodówce. Zostawiłem kawałek ciasta dla ciebie. Zostawię kawałek dla ciebie. Nic nie zostawiłem dla ciebie. Nie będę zostawiać jedzenia na jutro. Глагол открывать, отложить. И такой пример. Я открываю банку. Отверам своик. Я открываю двери. Отверам дверь. Открой окно. Отвуж окно. Открой двери. Отвуж дверь. Я открыл окно с утра. Отвожилем. По аналогии от женского лица окончание будет «ам». Окно от рана. Я открыл окно, чтобы проветрить воздух. Отвожилем. Окно. Жебы. Przewietrzyć powietrze. Możesz pomóc otworzyć banku. Możesz pomóc otworzyć słoik. Я не хочу открывать окно. Не хочу отверать окно. Она открыла конфеты. Она отложила цукерки. Читаем. Отложить. Отверам своик. Отверам дверь. Отвуж окно. Отвуж дверь. Отвужилам окно от рана. Отвужилам окно от рана.
Отвожилим окно, жеби привітрити повітря. Можеш помочь отворить своїк? Нехце отвірити окно. Она отвожила цукерки. Глагол покупать, куповать. Такой пример. Я хочу это купить. Хце то купить. Я не хочу это покупать. Не хце то куповать. Я хочу купить продукты. Хце купить продукты. Я купил вчера йогурт. Купилем вчора йогурт. Она купила жилье. Она купила мешкание. Она хочет купить ноутбук. Она хоче купить лаптоп. Я куплю завтра машину. Купя ютро самохуд. Я буду покупать фрукты. Бенде куповать овоце. Я куплю что-то из еды. Купя цощ до едзення. Куповать хце то купить. Не хце то куповать. Хце купить продукти. Купила вчора йогурт. Она купила мешкання. Она хце купить лаптоп. Купя ютро самохуд. Бенде куповать овоце. Купят сощ до едзення. Друзья, если вам нравятся наши глаголы, пишите в комментариях польский, ставьте лайк и до услышания в новых видео. Пока-пока!